студент и каждый ученик вмиг исправит все свои ошибки. Всем педагогам мы желаем, всем воспитателям. Каждому человеку кажется, что где-то легче, да? Вот многие сейчас стремятся попасть в учителя. И по разным причинам. И кажется, что там вроде бы легко, хорошо, и зарплаты более-менее приличные, стабильные. Вот. И я даже иногда так думаю. Но каждый раз, когда я возвращаюсь к своим детям, вот, периодически по несколько раз в день, и там какие-то возникают проблемы, вот, то у меня после 15-20 минутного общения уже начинает болеть голова. Я уже с трудом представляю, как можно это переживать там 5 часов подряд в школе находясь. Дорогие наши, любимые, замечательные работники дошкольного образования и педагоги, желаем вам удачи, везения, благополучия, душевного спокойствия и равновесия, чтобы дома вас всегда ждали, любили, уважали, всегда поддерживали. Павловна Пыхтарева, учитель начальных классов. Грамота награждается Ольга Анатольевна Постникова. Самое главное, хочу пожелать вам, чтобы в ваших душах была вот эта доброта и любовь к нашим детям. А от них мы тоже получали взаимность, уважение к нам, к нашему труду, уважение от наших родителей. Как бы ни менялся образовательный процесс, в центре всего этого образования являетесь вы, учителя. Ну и, конечно же, вот она память. Грамотой награждается Галина Павловна Дьяченко, воспитатель детского сада «Улыбка».